Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского. По Новой Каховке, ребята, судя по всему, в Херсон возвращается жизнь, вот постепенно, да? А вот в Новой Каховке она начинает исчезать. Я сейчас объясняю, в чем дело. Помните, перед сдачей Херсона и перед бегством из Херсона рашисты отмародерили все больницы, отмародерили все городские службы, то есть украли все, что только можно. Поворовали, кстати, ничего не напоминает, посмотрите, он пришел, ой, боже мой, оно утекало. Так, ладно, Мась, вон иди покажись, похоже на тебя или нет, по-моему, немножко да. Да, позабирали, все маршрутки украли, короче говоря, из городского транспорта остались только старые троллейбусы, которые не ходят, понятно, света нет. Вот, потом повзрывали в Херсоне электростанции и так далее, и так далее. Точнее, подстанции местные, станции водоканала. То есть, вообще, город уничтожен, скажем так, в плане хозяйственной части. Рашисты уничтожили город напрочь, под вышки сотовой связи. Телевышка, провода, которые идут в Херсон, да, линии электропередач. Все это уничтожено. И сейчас лифты не работают. Да, все понятно, да, все, что от электричества не работает, абсолютно все. А теперь мы смотрим в Новой Каховке, та же самая картина и в Каховке. То, что я говорю, Новая Каховка касается Таврис, Каховка, Новая Каховка. Вот все, что вокруг, да, какая разница. Так вот, они заминировали там уже электропровода, эти самые вышки связи, отмародерили городскую больницу. Короче говоря, поворовали медицинское оборудование, имеется в виду, скорая помощь украли, вывезли насильно часть персонала. То есть, вы понимаете, просто это какая-то калька у них, да, мародерит за собой все, это саранча. Ворует все, что только есть, вывозит в Крым. Они почему-то думают, что Крым такое сакральное место, куда ВСУ не придет. Ну, глубоко ошибаются. Обязательно придем в Крым, освободим Крым, освободим Севастополь, освободим Тузлу. Вот. И увозят все туда, намародеренное, наворованное. Я к чему это все говорю? Мне что-то кажется, что очень скоро никаких рашистов в Каховке, Новой Каховке и т.д. не будет. Как и в Олежке, кстати. На левом берегу продолжаются боестолкновения с рашистами, и я смотрю, что они готовят, они смазывают лыжи маслом и готовятся на свал. Просто хороший вопрос, как, в какую сторону, но в общем и целом, я думаю, что левый берег очень скоро освободим от этой нечисти. Я имею в виду левый берег Днепра, Херсонскую область. Слава Украине!